допустим, бит здесь у тебя скайпит, это левая сторона. Но в обратном направлении справа налево, если мы будем играть четверку, о которой ты спрашиваешь, чтобы не закончить, мне нужно, в смысле, завершить этот брейк, сделать пятый удар в сильную долю и начать играть с новый такт, у меня кроссовер. Фактически получается против часовой стрелки. Получается, что вправо я сыграл, перехожу на барабан, левый еще доигрывает. Понимаешь идею? Когда мы играем, это хитрость такая, когда мы играем по три удара, группа из трех. Такой брейк, да, можно дома изучить. Взять 4 плюс 4, но математика, мы их группируем 3-3-2. То есть здесь играем. Подвесном с левой руки и два удара здесь. Получается 3 плюс 3 это 6, плюс 2 это 8. Таким образом, здесь нечетные группы играем 3-5. Туда, в ту сторону 4. Все вместе. Первый пример предыдущих занятий. Четверка. То есть это только игра руками. В ту сторону четверки, в обратном направлении тройки-пятерки. Вот просто запомни эту фишку и все.